Сотрудники полиции, ОМОН и МЧС продолжают проверять леса. Напомню, посещать зеленые зоны в период режима ЧС запрещено. Масштабное патрулирование ведется каждый день. Сегодня с утра в рейд вышли 10 мобильных групп. Они разделились по разным направлениям. Например, это Тюменский район. Здесь также проверяют несанкционированные места отдыха. За час выявлено больше 5 нарушителей. На некоторых точках обнаружены следы разведения огня и мангалы. Их использование сейчас также под запретом.